Витамин С оказывает всестороннюю поддержку организма, благодаря чему получил всемирное признание и неофициальный титул самого популярного нутриента. Стоит ли говорить, что действующие атлеты нуждаются в помощи витамина С не меньше, а значительно больше, чем ведущие более размеренный образ жизни люди? И хотя этот элемент присутствует практически во всех спортивных добавках и мультисоставных витаминно-минеральных комплексов, но его содержание в них не может покрыть все потребности организма в витамине С. Поэтому компания Body First создала высокоэффективный продукт витамин С, содержащий достаточную дозу активного компонента в одной единственной капсуле. Витамин С особенно необходим при проведении затяжных аэробных тренировок, будь то бег, плавание или жиросжигающие занятия железом в высоком темпе. Аскорбиновая кислота принимает активное участие в транспортировке растворенного в крови кислорода, являющегося основным источником энергии для мышц во время аэробных тренировок. Повысив концентрацию витамина С в организме, вы поможете своим мышцам работать значительно эффективнее в аэробном режиме, получая от них большую отдачу на тренировке. Но вне зависимости от типа проводимых занятий, аэробного или анаэробного, витамин С существенно повышает выносливость атлета. Происходит это за счет способности этого нутриента подавлять свободные радикалы, вырабатываемые в процессе тренинга. Это они вызывают жжение в работающих мышцах, с каждым повторением понижая их функциональность. Но стоит вам начать принимать витамин С, как мышцы смогут гораздо эффективнее противодействовать окислению со стороны токсинов и дольше оставаться на пике своих возможностей. И, конечно же, витамин С обладает способностью значительно укреплять иммунную систему атлета. Витамин С может использоваться в любом возрасте, не угрожая человеку побочными эффектами в случае соблюдения правил приема. Широта функции аскорбиновой кислоты в организме делает витамин С идеальным витаминной добавкой, способной значительно повысить производительность организма, а также оптимизировать проходящие в нем метаболические процессы. Состав одной капсулы витамин С 1000 мг. Рекомендуется принимать по одной капсуле в день. После 1,5-2 месяцев приема рекомендуется сделать перерыв на 6 недель, после чего курс можно провести повторно. Интернет-магазин Ersport является официальным партнером и дистрибьютором бренда Body First на территории Российской Федерации. Вся продукция, представленная на нашем сайте, полностью сертифицирована. На страницах нашего сайта вы найдете полноценный уникальный текстовый и видеообзор продуктов Body First. Не забывайте подписываться на наш видеоканал YouTube и оформлять заявки на страницах Ersport.